Всем добрый день! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Сегодня хочу с вами поделиться своим экспериментом, который, я считаю, получился удачно. Итак, несколько лет подряд я пытаюсь вырастить люпин. Это многолетние растения, но которое у меня не всходило пару-тройку лет, это точно. Как я его только не пыталась посадить. И замачивала, и поверх земли сажал, присыпая там, я не знаю, сантиметром земляной смеси. Вот. Никак у меня не выходило, не получалось, чтобы растение проросло. Итак, сегодня покажу свой новый способ, благодаря которому у меня очень хорошо пророс перец. Я решила также попробовать и с люпинами. Вот я вам хочу показать, какие люпины я замочила. Очень нравится мне это растение. Это растение многолетнее, вот, розовое. Посмотрите, как оно красиво смотрится. Вот. Оно достаточно яркое, красивое, самостоятельное растение. Вот белый в сочетании с синим. Посмотрите, как здорово смотрится. Вот. Итак, не буду отнимать у вас много времени. Сейчас покажу. Значит, вот в таких контейнерах я замочила, ватные диски. Ватные диски, значит, я замочила с такой жидкостью. Капля циркона плюс вода. Разъединила ватный диск. На одну часть я высыпала семена. Вот, а второй частью просто их прикрыла. И положила на полотенчик, который лежит на батарее. То есть у них, посмотрите, конденсат был, да? Вот, видите, видно его. Вот. И открывала в течение дня проветривать часа на два. Вот так вот крышечка у меня была вот так приоткрыта. Вот. А это все было накрыто вот так вот. Вот. Вот так все было закрыто. То есть просто приоткрыта была крышка. Вот, посмотрите, как это все выглядит. Насколько пророс люпин. Это у нас розовый. Посмотрите, какие хорошие ростки. Правда, не все, да, действительно не все. Но видно, что семена набухли. Вот. И я вот буду его сегодня сажать. Я очень довольна результатом. Очень довольна. Потому что все остальные замачивание, да, посадки заканчивались нулевым результатом. Так, дальше синий люпин. А, да, это все было посажено, замочено 26 марта. Так, это у меня синий люпин. Сейчас посмотрим. Ой, тоже, смотрите, как сильно пророс. Так, вот. Ну, их точно сегодня высаживать можно. Вот, сейчас я снимаю эти верхние салфеточки. А вот это семечко, что-то с ней не то. Сейчас я посмотрю. Она стала как каша. Посмотрите. Не знаю, вам видно, нет. Почему-то она как каша. Сгнила, наверное. Ну вот, вы видите, остальные достаточно хорошо проросли, да? Не все, конечно, но видно, что набухли. Вот. Странно, почему. Вот, видно, что набухли. Вот здесь вот тоже скоро прорастет. Непонятно, почему у люпина все такие семена и все разные. Какие-то зеленые, какие-то вот темные вообще. Ну, вот так. Это вот синий. Так. И вот белый люпин. Ой, белый.
Белый тут у меня уже сильно пророс. Посмотрите, уже эти семидольки открылись. Надо срочно сажать. Вот так я немножко про него подзабыла. А вот сегодня решила открыть вместе с вами посмотреть. Ну, результатом я очень довольна, конечно. Очень. Есть, конечно, те семена, которые превратились в какую-то кашу. Ну, наверное, сгнили, я так понимаю. Может быть, даже те, которые пустые, да? Нет, в них ничего нет такого. Просто как каша. Ну, а вот эти вы видите, семидольки уже открылись. Вот здесь вот корешок. Вот белый люпин, наверное, можно было чуть раньше открыть и посмотреть. Да, что-то я это пропустила немножко такой момент. Ладно, сегодня срочно посажу. Дальше, смотрите. Значит, я в этом году еще хочу, ну, точнее, начала выращивать колеус. Колеус выращиваю из семян. И все семена взошли, кроме золотого колеуса. Я сажала один раз, вот точно такой же. У меня не взошло ни одно семечко. И что я решила сделать? Тот же самый способ. Я решила замочить. Вот. И посмотрите, у меня тоже взошли. Семечки проросли. Вот. Хотя я и не ожидала. Достаточно долго они прорастали. Вот видно, да? Считается, с 26 числа. Сегодня у нас 30 число. Или 31 даже. Вот. Да, 31, по-моему, да. 31 сегодня. Посмотрите, они только взошли. Потому что я их открывала позавчера. Так, минутку. Позавчера открывала, ничего такого не было. А сегодня, посмотрите, какие корешки уже дал. Да что ж такое? Никак не хочет навестись. Вот. Вот таким образом у меня получилось наконец-то прорасти вот этот вот салатовый колеус. Потому что он мне очень понравился. И я бы как бы хотела, чтобы у меня такой колеус тоже был. Далее я предполагаю, что когда я выращу, да, будут уже достаточно хорошие кусты. Вот, хорошее такое развитое растение. Я буду уже выращивать его путем черенкования. Вот. Вот с такими результатами я хотела поделиться. Да, еще хочу как сказать, то, что сейчас я подготовила почвосмесь. Вот, насыпала ее вот в такие контейнеры. Я там буду сажать по 2 штуки. Итак, как же я буду сажать? А все очень просто. Беру, значит, семена проросшие в подготовленную мной почвой смесь, брызгаю из пульверизатора, да, увлажняю слегка землю. Вы знаете, очень вдохновилась этим результатом. Если у кого-то тоже какие-то проблемы со всхожестью семян, которые я называю тугодумами, вот, можете, конечно, попробовать. Действительно, способ очень мне понравился. Кладу на почву проросшие семечки. Вот так вот, вот таким образом. Буду сажать по 2 штуки. Вот, вот так. Посадила. И сверху присыпаю вот так земелькой. И вот так немножко уплотняю. Вот, уплотнила. Там почва внутри влажная, здесь она рассыпчатая. Вот, далее также осталось место для подсыпания, чтобы можно было подсыпать, когда взойдут всходы. Вот, сейчас я накрываю это, подсажу, да, все в этот контейнер. И накрою вот так вот целлофановым пакетом. Когда это все взойдет, я выставляю на свет. И все, дальше люпин будет расти. И я надеюсь радовать меня и моих близких. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь.
Всего доброго, до новых встреч, удачи!